Друзья мои, привет всем, добро пожаловать на канал Fox Tale. С вами Катерина, это Контрабанд Полис, наш любимый Акаристан. Новый день, мы продолжаем выживать в этой бренности таможенной жизни. А что я жду от сегодняшнего дня, спросишь ты? Как минимум повышение, как максимум парочку веселых контрабандистов. Вспоминаем, что у нас есть эмигранты, которым паспорта надо проверять на подделку, опись груза, техконтроль и паспорт автомобиля. Обращаем внимание на 3 спущенных шины, на красную машиночку и на номер, который я вряд ли запомню. Здравствуйте, извините, давайте я вам фонариком в глазоньки посвечу, потому что ну, рассвет ранний. Нас застал, выходи из машины, 6 утра, пора двигаться, да, вот в костюмчике зелененьком, красивчик. Огурчик, давай документики мне свои, мы сразу будем с тобой общаться. А потом я уже буду проверять машину. Я смотрю, что в очереди позади тебя нету красной машины. Значит, обращаем внимание на номерной знак и на спущенную шину. Я уже 2 спущенных шины вижу. Подожди, стой. Стой, я слежу за тобой. Все, я вижу, это контрабандист. Стопудово контрабандист. Чуйка моя меня не почует. Я не буду тратить время на проверку твоих документов. Я сейчас посмотрю, где ты там везешь. Незаконный оборот ненужных вещей. Максимыч, привет. Максимыч со спины постоянно по утрам подкрадывается. Ничего искать. Золотко мое, ты, видимо, не проснулся до конца, да? Даже я не сильно красивая и умная, и то лучше бы запрятала. Ладно, вру, я красивая и умная, я же все нашла. А вот он, дурачок. Просто вот так вот, плинь-плинь-плинь. Тебе это компашка. Ох, зайки мои. А что понурые такие, не танцуете, не пляшете. У вас тут практически футбольная команда. Даже вот вратарь какой мощный, красивый есть. Долбите ее. А мне мозг не долбить. Пошлите отсюда. А быстро, у него у всех там планы побега, но планы не удастся. Потому что я всех раскусываю. Опа, нет, не то. Вот этим давай пошплёхаем. Мне нравится начало рабочего дня сразу же. Отдай мне вот эту. Сразу же что-то фартануло, что-то подвезло. Не помню, есть ли у меня место на складу. Ду-ду-ду, не ду-ду-ду. Вот. Может быть, стоит вызвать, все-таки сдать контрабанду, а с другой стороны, я не знаю, давайте разгрузим. Знаете почему? А вдруг там что-то запрятано? Ага, вот как правило, они любят то в туалетах не смывать за собой вредные вещества, то в газовых плитах готовят повара недоделанные. Ай-яй-яй, не шкандыбай меня, моя камера. Даже цыпленка-то пока нету, а? А здесь есть? Ну, так вот, с утречка в туалет. Хочешь идти? А тебя там раз пачка сигарет. У кого-то анаконда, у кого-то червяк из ловца снов. А у тебя сигаретки. Я считаю, вообще задача утрешняя выполнена на великолепную оценку. Ну вот. Ну все? Все? Все, что наискано непосильным трудом, все собрано. Максимыч, убирай. Господи, я подумала, головы чьи-то торчат. Думал, ты тут развлекаешься смотрешками. Так, у нас вызов мужчин-полицейских стоит 500 баксов. В принципе, можно их вызвать под конец вечера и сдать им всю контрабанду. Следующий, вот у меня исчезла листочечка. Наклеенная с доски почета. Значит, что? Значит, скорее всего, следующие будут умнички, зайки. Возможно, с неправильными документами, но без всяких подводных камней. Кто ж так... кто же их так этих? Они же там всю обшивку пообшивают. Как вас открыть? Выходите. Только, говорит, обращайтесь с ними осторожно. Мне, говорит, они вон уже по кумполу надавали, все волосы повыпадали. Говорит, я их везу парик себе делать, а у меня есть пару вещей на продажу. А давай. А вот что у тебя есть? Что-то все дорого. 41 пачка сигарет. У меня, по-моему, там есть на продажу пачка сигарет. Подожди, стой.
Она место занимает, понимаете? Поэтому я ее хочу сбацать. Вот, точно. А у меня в кармане и пачка сигарет, и куча всего хорошего. Ну, забит склад, забит. А как вот вызвать? Ладно, потом будем вызывать, думать. Давай познакомимся поближе, даже документы не спросили. Слушай, сразу торгуемся, пока я помню. Держи. Ты, блин, ты вот покупаешь, а я сюда посмотрела. Не надо тебе, да? Ну и хрен с тобой, только зря бегала. Значит, а ты мне даже документы еще не дал. Предъяви, пожалуйста, потные свои ладошки. Кем будешь? Аблиз. С таким именем ты далеко не уедешь. Тебе в мою камеру попадать с таким именем точно нельзя. 1500 по грузолям. 1600. У тебя перевес. Аблиз. Ты что-то там наоблизывал? Неправильно. Так, туристик. Альбарак. А ты ж туристик. А я туристика не могу впустить. Мне нужно только беженцев пускать. Понимаешь? Ну, вообще не соответственно. Ну, ты что, дурачок? Ну, тебя мамка вообще не учила в Штирлице играть. Сейчас я тебя научу. Правила въезда нарушены. К тому же. Но я еще посмотрю, что у тебя по вещам. И по остальным. Ну, тут все чисто, да? Ничего такого нет. Это что за наклеечка? Нет, это просто наклеено. Масло заливайте, только серии 0350. Прямого отжима. Раз. Два. Моющее средство. Что ж ты? Тебя столько на твою лысину-то не уйдет. Зато куры погуляли, понимаете? Вот в чем плюс. Воздухом подышали. Да, мои золотые? Да, да, мы назад поедем. Мы ему, дурачку, говорили, что у него бумаги поддельно. Он проскочим. Вы, главное, кудахчите. Да кудахтались. Так, кудахтающий мой. Курица 2, моющего средства 4, багажа 2. Ну, тут как бы нету ошибочки. Но у нас ошибка по весу автомобиля. Регистрационный знак, кстати, я не знаю. Сейчас посмотрим. МГИ 3549 ЗС. Вроде бы все. Вроде все. Подожди, Максимыч, загружай. Да, он опять этот бедовый. Бедовый парень, мы его не пропустим. Нам таких бедовых не хватало еще. Мы тут сами отлично справляемся. Значит, смотри, досмотр завершен. Въезд запрещен. Всего вам хорошего. Ни пуха вам, ни пера. Яичек золотых. И, как говорится, не тяните репу, езжайте дальше. Так, вот это я сброшу. Ты уедь, мне весовой контроль надо сбросить. Мне за него денежку должна жахнуть. Вообще обоснованный отказ. А что так мало за него? 120. Там две куры-то по 600, как минимум. Опа. Надеюсь, вы тщательно проверяете этих иммигрантов. Любой из них может оказаться повстанцем. А террор, это конечно. Сейчас я последую твоему совету. Тебя очень хорошо прошпанаю. Смотритель маяка. Вот эти вот типовые NPC мне напоминают смотрители маяка. Торгуем? Хрена себе, он кофе по 62 покупает. А тот уехал, надо было у него кофе купить. Туалетная бумага сзади. Не, у меня, понимаешь, сейчас места нет, поэтому я пока торговаться с тобой не собираюсь. 5 багажа. Окей. Тьфу ты, куда я тыкаю-то на паспорт автомобиля? А ты наш гражданин, до 29 мая. Срок действия тоже нормальный. Так, сейчас я весами побалуюсь. Ну, ты явно на сотку кило не весишь. Уж при всех твоих параметрах ты худоват. Да не надо, не надо, не надо, не надо. Господи. Ты тоже, что ли, кур переводишь? Весь салон поцарапан. Или ты своими усами аж до сюда достаешь? Пошла посмотреть, что по багажу. Ой, нос зачесался. Максимыч,
Пить, что ли, будем после смены, а? Может, день рождения у кого? Проставится кто-то, а тортиком вкусным, шоколадным. Так, три багажа. Ой, товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьмитесь за это, конечно, возьмемся. Итак, один из наших тайных агентов в банде контрабандистов сообщает о наркотиках, закопанных в старых руинах. Ящики должны забрать. Вы можете помочь перехватить контрабанду. Доберитесь до места, прежде чем истечет время. Найдите место, где спрятана контрабанда. Вам понадобится лопата. Оки-доки. Лопата. Сейчас, подождите, у меня есть лопата, но она, кажется, немножко сломана. У нее жизней маловато. А для таких случаев у меня даже есть целый заступ. То ли туп, то ли не туп. Блин, Катя! Японовыш, ненавижу эту стрелку, ненавижу. Просто ненавижу ее. Нахрена ее придумали? Это же просто издевательство над честной горожанкой. Все, погнали. По коням. Че замолчали? Че молчите? Говорите, подбадривайте. Говорит, давай быстрее, давай, все у тебя получится. Если быстро ехать и сирену врубить, да, спасибо за подсказку. Включим сирену, конечно же, включим фары и заведем двигатель. Вперед, копари мои. Сейчас все к обочине будут прижиматься, так что можно расслабиться. Включить музыку. Я не могу включить музыку. Здесь даже на самую такую пу-пу-пу-пу заунывную мелодию врубают авторские права. Представляете? Бред какой-то. Сивого носорога. Так что вы можете в уме себе что-нибудь спеть. Могла бы я вам спеть, но вы же потом это выключите видео и не досмотрите. А надо же досмотреть, понять, что у меня получится, что не получится. Заворачиваем? Да, я думаю, заворачиваем. Почувствуйте мое лихачное ездовое ощущение. Как я четко объезжаю деревья. Не то, что вот в сериях, когда я врезаюсь и взрываюсь. Нет, вообще шикарно. 3 минуты, куда торопиться? Этого не было. Дальше. Я говорю, куда торопиться? Все шикарно едется. Я просто думаю, правильным ли я направлением? Вроде как правильным. Ага. Ох, какой круг я дала. Так, перехватите. Кто где, а? А, тьфу, подожди. Что за... Да, я хотел выключить сирену, она меня бесит, но я не вижу, где эти зайки мои. Вон они появились. Здравствуйте. Я на вас навестись не могла, прикиньте. В грудак, давай вы это, встанете рядком. Угу. Сдох, что ли? Ты что, живой? Все что? Пропукались. Перехватите закопанную контрабанду. О! Это копай, не перекопай. Вот в этих могилочках, судя по всему. Четверочка. Пулечка быдлов. Обожаю, когда они так орут. Они такие классные. Меня сбоку там вот стреляют. Подожди, листуэго. Нет никого? Ага, ты мне еще гранату кинь. Даже не дали докопать. Блин, лопата сломалась. А я что, аж 2 лопаты хапнул? Давайте застукнемся. Классная контрабанда. Очень классная. Мне такая нравится. Если бы я еще могла ею пользоваться, цены бы ей не было. Ой, зайков можно проверять. Зайки. А за зайка, не уходи. Это что, для автомата? А у меня винтовка.
Нахрен тогда мне надо. Эти патрончики, я ничего не могу с ними сделать. Надо же купить новую эту. Мать вашу, где? Подожди, я в ножками заплутал. А, вот ты где. Вот эта шапка у тебя бронебойная. Смотри, как я могу. Где-то еще третий ваш дружок. Все время они на троих соображают. Я понимаю, как бы, типа, это удобно. Но не кажется ли вам, что вдвоем лучше? Где он ходит? А, вот, быдлак, иди сюда. Хап-хап-хап. Вот тебе хап. Я осталась... Если я осталась. Нам осталось найти одну могилоньку. Но я не буду патрон для автомата пока брать. Мне нравится мой калашмаш. Очень классный, очень четкий. В целом, когда мы улучшим всех наших зайчиков-мальчиков, тогда можно и оружие хорошее брать. Раз, да. Че ж со спины подкрадываешься? Так, видела, откуда-то оттуда пулечки летят. Или откуда пулечки летят, а пулечки вот дурочки летят. А что я до тебя не достаю? Объясни мне. Вперед за контрабанду, которую я нашла. Вы пытаетесь у меня отжать. Так. В смысле? А, здесь типа пусто? Я не хочу просто так лопату ломать. Смотрите, я бью ее. А тут нету полосочки. Что-то я не поняла. У вас фальш-ямы? Да ладно! О, это четко я нашла. Вею-вею. Где еще один? Эники-бэники снесли вареники лысого. Отлично. Нашли мы последнюю контрабандью. А теперь надо валить домой. Я заплутала. Где моя машина стоит? Бляха-муха. Я на брюхе. Где я? В целом можно идти по дороге, получается. Не обшибусь. Да, вот она. Да бесит, что карта нельзя опять на М. На М открываешь, а на М закрыть нельзя. Надо на эскейп. Сейчас машиночку свою догоню. Че ж ты не орешь, родимая? Матери голос не подаешь. Я тебя ищу. Все зашкерились. Вон, видишь, как к камню прижался? Вот так надо. Погнали. Куда ехать-то? Ага. Кажется, вот сюда. Нет. Значит, давай развернемся. Ненароком этого мелкого не задавить. Да, все, поехали по прямой. А прямо это налево или это... Все верно. Разобрались. Все. Внутренний навигатор подключен. Заметьте, 2900. Точно вызываем снабжение. И сдаем всю контрабанду людям, которые приедут. Сама не поеду сдавать. У меня нет столько карманов. Очень плохо, что здесь нельзя расширить инвентарь. Это глупость, по-моему, несусветная. Потому что у тебя большой склад. Как бы хочется подкопить вещи и потом только ехать сдавать. А у тебя все не поместится. Карманцы твои мелковаты. И даже золотое колечко туда не влезет. Все, приехали. А стой, дай-ка вот эту. Отдайте Борису командиру.
Так, Серов, давай, ставь на место. Да, давай. И нарисуй мне красивую новую машиночку. О, молодец. Шок-шок, полтишок, ушел, но нормально. Да с возвращением мы вам... И вообще я забыла, с кем мы тут общаемся. У тебя что-нибудь выгружено? Выгружено. Это все отмечено? Отмечено. Ни хрена не отмечено. Так, три багажа я нашла. А здесь что заныкал? Вот, а я бы потом забыла бы про них и все. И сказал бы, а где еще багаж? Угу, всего пять. А, загружай. А наверху на машинке нет, не было ничего. Так, это ладно, это допустим. Я сейчас на нервах, мужик, понимаешь? У меня такая погоня была, такая погоня. Такая перестрелка. Ехала как валькирия на битву. Быстро, четко. И нормально. Хорошо. Вроде бы контрабанды у тебя я не наблюдаю. Давай я тебе выключу фонарик и попрошу, кстати, документики. Пропшаю от документа. Давай, обшаешь, так обшай. А я опна, вы осторожно. Я здесь вы тщательно проверяю. Да ты же так говорил. Что ж ты... Я всей. Я всеюшка. Не повторяйся. Ты как этот старичок, у которого заела пластиночку. Багажа 5. Багажа 5. Регистрационный номер сейчас проверим. По весу подходишь. Регистрационный номер ВАР 2 ШШ. Слушайте, я ничего не вижу. У него по проблемам срок действия нормальный. Это нормально. Это все нормально. Багажа 5. Да. Все, я тебя пропускаю. Ты местный, поэтому к тебе никаких претензий. Досмотр завершен. Въезд разрешен. Если я ошиблась, считай, тебе это повезло. А вон красная машинка. Прикиньте. Сидим? Правильно. Начальник зашел, ты встал. Эу-эу. Подожди, я тебя пропущу. Вон красненький едет. Бади тоже нечестный человечек. 200 баксов упало. Хорошо. Музыка пошла. Музыка тревожная. Тревожная пошла музыка. Так, ага, ага, 0,7, если что. Ты 0,7? Нет, не 0,7. Босочки мои, как ты нас в таком крытайле-то доехала? А выходи. Темнеет. Темнеет. Ага, ага. Какие-то у него фары галогеновые. Как у этих, как у мух глазоньки, да? Лютые. Ты много багажа везешь. Куда столько? Переезжаешь, что ли? В нашу доблестную республику. У нас тут тоже жизнь не сахар, скажу тебе, мужик. Ну, осторожен с сиденьем. Так, раз. Два. У меня еще сколько страждущих? Один остался. Да, а вечереет. Какая у меня сумма цифр красивая в правом углу экрана. Красота. Ляпота. Три косаря. Максимыч, пока ты прохлаждаешься, я деньги зарабатываю на нас всех. Вот ничего не делать. Тут нет такая работа. Иногда ночью какие-нибудь дурачки нападут. Они пив-пив. И то весь огонь я на себя беру. За все стреляю. Подожди, у тебя 8 багажа. А где? Раз, два, три. На багажнике. Вот здесь нету. Раз, два, три. Раз, два, три. Видите? Здесь ничего нельзя унести. А что ты из меня дур-то делаешь? У тебя 5 багажа, а здесь написано 8. Ты 3 сумки дома забыл. Езжай назад.
Багаж у тебя, значит, не соответствует. Это что? Это что? О, это что? Опись груза не соответствует. А, давай по документам. Ну, понятно. Ну, все ясно, все понятно. Номер паспорта. Еще и Альбарака, соответственно, въезд по работе. Вот сюда. Да подожди. Нормально. Причина въезда не соответствует действительности. Так. А Альбараков же мы не пропускаем. Что-то меня сейчас это... Темнота на голову надавила. Да. Значит, я отмечаю следующее. Отчет о досмотре. Опись груза нет. Имя, фамилия нет. Вес автомобиля пока нет. Правила въезда тоже нарушены. По автомобилю, по взвесью. Нормально. Все, я с тобой долго не буду рассусоливаться. Я тебе запрещаю въезд. Чеши отсюда. У меня следующий, кажется, на этом. Что ты мне сказал? Ты мне это припомнишь? А у него вот этой еще штуки нет. Да блин, 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 я не заметила. Вот это, вот, ладно. Вот это крыла, крыла у него не хватает на автомобиле. Я еще вот так вот свет упал, что я не поняла. Думала, это просто такая вот ржавчина какая-то вот страшная. А это просто не хватало деталечки. Я бы ее отметила. А, к этому особое пристальное внимание. Угу. Озд. Да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте. Выходить. Обстрел начался утром. Один из снарядов попал в мой дом. Везде бушевал огонь. Только мне удалось убежать. Печально. Мужик, я тебе очень сочувствую. Я бы тебя пропустила бесплатно, если бы ты попросил. А ты не просишь. Я прям реально очень... У него глазоньки-то какие испуганные. Че покупаешь? Кофе, туалетную бумагу, водку. Пачки сигарет по 8 продают. Это прям дешево. Это прям надо брать. Так я их потом по 40 загнать могу. Вон у меня у него. А это по 8. 5, 40. Это почему они по 45? Не помню. Так, а у меня больше ничего нету. Да. Веселый ты какой. Давай я проверю. Все ли у тебя чисто? Даже если он что-то везет. 59, 89, НВ. Ага, встань, Катя, 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 встань, встань. Странно, ткань сюда загнулась. При таких жизненных обстоятельствах мне даже его очень-очень жалко. Ну, мне кажется, он очень честный человек. В машине какая классная приборная панель, красненькая. Стильная тачка, вот что хочу сказать. Я как ценитель красненького цвета очень довольна твоей тачкой. Вообще, я думаю, что у тебя все хорошо. Ну, давай, Иссат, проверим по твоим барабанкам. И очень хочу я тебя пропустить. Политубежищник до 20 августа. И мы все пошлепаем. Фиг ли нет. Ну, тут явно 2000 нету. Паспорт только проверить еще по отдельности осталось. Альбарак. Ну, вы чисты и красоты. И, пожалуйста, добро пожаловать в нашу великолепную республику. Я довольна таким честным, хорошим, добрым, глазастым людям. Надеюсь, к вам здесь никакие снаряды прилетать не будут, и огонь не будет полыхать. Если только в вашей душе от вида меня. Капотик опусти. Молодец. Вперед! Вон женщина тебе сейчас все покажет своей ручкой направление. Так, ребятушки, давайте еще пару минуточков. Сразу деньги только дали и сразу слупили. Как у нас вызывается... Снабжение. Полицейский транспорт. 500 баксов. Вызываем в первый раз в жизни. Около гаража ждет. Мы им сдавать будем. К
Контра все. Так вот. Нет, патрончики для пистолетика это мне нужны. И патрончики для винтовочки, кстати, очень маленько у меня их осталось. Сейчас вот это поскидываем. У нас в прошлый раз Владянище приехал на такой интересной тачке. А сейчас посмотрим, как наши друзья Капазья приехали. Опа. Это тоже им сдадим. Чё ты? Говорит, нет, эту пачку я оставлю себе. Это чё? Давай нормальный фонарь подрубим. Надо вот эти ворота не закрывать. Ух ты! Здорово! Коль не шутишь. А я тоже такую тачку могу купить. Смотрите, какая она классная, мощная. Давайте на такую тачку тоже копить. А я думала, знаете что, что это контрабанду сдавать. А, вот, да, и заключенных можно передать, ребята. Это очень круто. Слушайте, так это выгодно. Не надо мотаться, можно накопить живой и этот мертвый груз. И потом все сдать разом, махом. Я уже 500 баксов получила. 400. Ну, тут, кто там сотку это считает? Сейчас посмотрим чистоганом, сколько у меня выйдет. Крутяк. Я вот так вот сделаю. Потому что, чтобы следующую... Так, всю забрать. Опа. И это тоже, пожалуй, выложу. Потом порядок буду наводить. Так. Господи. Ребят, не поверите, вам повезло. Хватит сидеть. Вперед. А, нет, подожди. Наверное, ему знаешь, как надо сдавать. Прям ему говорить. Не обязательно помещать. Правильно? Куда он ушел, Горемыка? Ко мне в тачку. Нет, ты мне не нужен. Я вот ему. А, да? Как это нет места? Ты что, дурак? Я что, тебя зря вызывала? Бомба! Бомба? Да какая нахрен бомба? Только ребяток сдала. Смотрит на меня, говорит, дура. Лучше бы нас самих увезла. Короче, получается, я не могу ему отдать всю контрабанду, которая у меня на складу лежит. Потому что у него, видите ли, нет места. Невыгодно. Но в любом случае, посмотрели. Посмотрели, как это оно работает, как это оно получилось. Контрабанды много. Пожалуй, я съезжу сама. А что я же тут всю себе накинула, да. Съезжу сама, ее сдам. А мы на этом закончим. Спасибо огромное. Давайте следующую серию начнем с того, что отвезем контрабанду. Во как сделано. Спасибо огромное за просмотр. Поддержите, пожалуйста, лайком. Пишите комментарий. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующей серии. Пока-пока.